А российская же по Боинга MH17 рейса делал. Фильм смотрю ICTV. И стыжусь, что я живу в стране лжеце. И все делаю сейчас, чтобы в будущем показать любому визави, что отстаивал я правду о вине РФ, самолета этого катастрофы, в истории о нем в конце. Так что у меня совесть чиста. 16:20 все бортовые системы самолета перестали.